Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Виктор, менеджер отдела оборудования компании CityDent. К нам заехала установочка Sternweber S200. Давайте остановимся на различных элементах установки более подробно, специально, чтобы показать ее особенности и отличия от моделей Sternweber. Столик врача. В базовой комплектации оснащается пистолетом вода-воздух трехфункциональным, электромотором с подсветкой и турбинным шлангом с фиброоптикой. В данную установку мы также встроили скалер. Есть возможность встроить скалер без фиброоптики и с фиброоптикой под насадки типа EMS либо NSK Satellec. Панель управления выполнена таким образом. Присутствует индикация оборотов и возможность точной настройки инструментов, включения и выключения подсветки. Также мы можем регулировать мощность скалера и турбины. У установки есть базовый необходимый набор функций для удобной работы. Также в базовой комплектации идет большой поднос с гигиеническим ковриком и гигиеническая прокладка под инструменты, которую можно обрабатывать. Данная модель укомплектована светильником Venus Plus, так же как и Sternweber 220. Светильник имеет максимальную яркость 50 тысяч люкс, управляется с помощью сенсора, с помощью регулятора в основании и с панели врача. Педаль данной установки многофункциональная, с возможностью управления креслом, управления инструментами, функциями продувки. Она устойчивая, тяжелая. Также есть возможность за небольшую доплату сделать ее беспроводной. В базовой комплектации у установки присутствует такой небольшой столик ассистента. Его можно улучшить, сделать столик ассистента на 5 мест, сделать его на пантографическом плече, также либо с 3 местами, либо с 5. Присутствует панелька управления основными функциями установки. У данной установки навесной гидроблок. Есть легкий доступ к внутренностям установки для удобства обслуживания. Плевательница. В комплекте идет либо стеклянная, либо керамическая на выбор. Она разборная. Элементы автоклавируются. Кресло данной установки отличается высокой грузоподъемностью. Обивка выполнена из качественной эко-кожи. По вашему желанию можно заказать установку с мягкой обивкой с памятью формы. Также можно заказать подушечку для детского приема, которая позволит детишкам сидеть выше. Подголовник данного кресла в базовой комплектации идет вот с таким фиксатором. Как опция существует пневматический подголовник с возможностью фиксации под разными углами. Оба подлокотника данного кресла откидные для удобства посадки пациента, либо для ситуации, когда подлокотник может помешать нам. Установка Sternweber S200 обладает уникальным дизайном, широкими возможностями для дооснащения и интересной ценой среди конкурентов. Если вас заинтересовала данная модель, прошу вас обращаться в отдел оборудования компании CityDent за консультацией.